Заряжались от уличной длины электропередач, что было неудобно, плюс люди не знали, как это осуществить. Спустя годы появились усовершенствованные куртки с электрическим подогревом, и вы даже можете купить себе такую куртку через интернет. Солнцезащитные очки из прошлого.
руки, да, тогда ты я вышла. いい考えだね。Oh my god. Hey, morning, Max. Hey, guys. What's up, sweet thing? Hey, Mel. Where you been, man? Hey, morning, Max. Hey, guys. What's up, sweet thing? Hey, Mel. Where you been, man?